Вы только посмотрите, какой превосходный, замечательный дом мы нашли для вас рядом с Чайхана-Салом. У него два выхода. Один на улицу Тортарек, другой на Циолковскую. Здесь огромный зеленый массив площадью 23,8 сотки. Зелень, зелень, зелень. Душа просто радуется. И глаз тоже. Это аллея, ведущая нас к беседке. Там, кстати, есть еще заезд, как я говорил, с улицы Циолковской. Он хоть и узкий, шириной для одной машины, но туда друг за другом три автомобиля встанут. Стой. Превосходный дом, друзья. Находится рядом с Чайхана-Салом на улице. Сзади Циолковская, а здесь Тортарек. Два въезда с разных сторон. Огромный зеленый массив площадью 23,8 сотки. Глаз просто радуется. Наконец-то, друзья, классическая красота. А то вот это евро-шмевро уже всех достали, друзья. Это холл большой и огромный. Он нас ведет в большущий зал. Здесь даже Дон Корлеоне мог бы принимать свою семью. Теперь пойдемте далее. Возвращаемся в холл большой, у которого есть, что примечательно, свой балкон. Когда ваши родные или близкие будут купаться в бассейне, можно за ними присмотреть. А в том домике, кстати, сауна, хамам и еще зимний бассейн. Возвращаемся в холл и из него же попадаем в достойную кухню со всем необходимым. Хозяйке здесь, я думаю, будет очень комфортно творить очень вкусные блюда. Ну и, конечно же, общий гостевой санузел на первом этаже, разделенный туалетная зона, а далее уже душевая и раковина. В лестничном пространстве есть выход на задний двор, где также большой зеленый массив, высокие деревья. И вот уже мы в подвал спускаемся. Друзья, нет, это не подвал, это не спортзал, это настоящий спорткомплекс с большим количеством встроенных шкафов, сплит-системой огромной, здесь никогда не будет жарко во время тренировок. И две огромные зоны, два помещения для хранения. А еще сердце дома, котельная, друзья, сделанная как будто ювелиром. А смотрите, какое решение. Это зимний бассейн, соединенный перешейком с летним бассейном. Я такое только в профессиональных спортивных комплексах видел. А здесь еще хамам и сауна. Ну все, до новых встреч, друзья.